Мы присутствуем на дегустации меда в доме номер 5. Это в Абхазии. Таких домиков около 20. Вот по окружности сидят туристы. Сейчас будет дегустация меда, которая, оказывается, очень-очень полезной. Он прямо лечит все, по словам нашего гида. Он лечит и от онкологии, и от радиации, например, нематочное молоко. Есть тут мед из каштана, тоже он успокаивает нервы, разжижает кровообращение. В общем, мед – это наше все. Сейчас будем пробовать. Вообще, таких домиков в этом месте около 20. И всех экскурсантов сюда завозят, чтобы они, во-первых, узнали о меде, а во-вторых, может быть, они составят бизнес.